Всем привет! С вами Кристина, канал In Dubai. Сегодня мы с вами находимся в Аль-Кузи. Это авеню галерей. Аль-Кузи – это название улицы и места. На самом деле авеню называется Аль-Circle Avenue. Здесь 25-30 галерей разных, да, здесь выставка картин, различных инсталляций, одежды, мебели и различных интерьеров для дома. В общем, кто устал на самом деле от обычного туристического Дубая и видел уже все достопримечательности, я советую вам прийти сюда. Сейчас мы с вами посмотрим карту и пройдемся по маршруту. Как видите, выставка достаточно обширная. Здесь у нас есть план. Так что пойдем исследовать. В общем, мы пришли на одну из улиц галереи. Здесь, смотри, какие крутые шарики. Я не знаю, что сказать. В общем, очень круто на самом деле. Столько положительных эмоций. И все настолько разное. И картины, и фотографии. И показывают кино. И продают кучу дизайнерской крутой одежды. И сейчас, мне кажется, я потрачу все свои деньги здесь. Поэтому пойдем тратить.
напоследок мы зашли в самую известную галерею на Среднем Востоке. Называется она Ayam Gallery. Здесь, как вы видите, помимо картин, помимо фотографий, даже показывают видео и кино, разные инсталляции. И про эту галерею знают не только на Среднем Востоке, но и в Европе. Галерея очень популярная, я слышала от знакомых и друзей даже в Европе про нее. И, ну, очень известное место. И так получилось, что в конце нашего пути следования по выставке. Всем советую посетить обязательно. В общем, если вы творческий человек, артист, художник, фотограф или просто любите искусство, обязательно приходите сюда, и вы увидите Дубай с совершенно другой стороны. С вами был канал On Dubai, меня зовут Кристина. Ставьте лайки или что там, пишите злобные комментарии. Я забыла уже, как-то я все время говорила. Все? Ну все, все, хватит. Все, пока-пока. Меня полный рост снимаешь или так? Что на меня все смотрят? Я болтаю головой. Галерея галереи, чуть я не сказала. Стоп.